Девушка, это власть делит народ, они не соображают. Зомбировали все население. А российские парламенты, 90 из 90 проголосовали за поддержку Путина. Они спросили крымских татар, хотят вообще референдум или нет? Или мы никто здесь? У нас в школах ни язык, ничего не изучался. Местная власть здесь постоянно препятствовала. Дети в неделю один раз, и то по желанию родитель напишет заявление. Если администрация лояльно относится, изучали язык. Наши дети все говорят на русском языке. Они говорят, что ущемляется русскоязычное население. Да, еще и по ночам отбиваясь от них. Как я вчера ночью отбивался. Да? Поэтому я призываю всех к разуму, если мамы. Как вы можете друг против друга, как могут те, кто присягнули Украине, сейчас переходить? Ну вы же присяг в Украине давали. А российские солдаты провоцируют. Это что такое? Вы же преданно должны своей клятве быть, в конце концов.